Если вы ни разу не пробовали кокаин, один из мощнейших наркотиков в мире, то послушайте один факт. Кокаин повышает гормон счастья, дофамин, в 2,5 раза. И к его подъему 9 минут. Затем начинается спад, и его хочется все чаще и чаще. Единственное, что также повышает дофамин в 2,5 раза, это холодная вода. Только пик действия от кокаина составляет 9 минут, а у воды идет рост в течение 2,5 часов.